А что с газопроводами? Не выяснилось, от чего они взорвались? Кто их взорвал? Ну, это я не знаю. И Северный поток-2, там совершенно ничего не ясно, потому что никто не знает. Да, там были следы взрывчатки, там было явно, что это что-то взорвано, а кто взрывал, никто не знает. То же самое вот со взрывами газопровода Уренгой-Помары Ужгород совершенно недавнего. Это тот самый единственный магистральный газопровод, который подходит к населенному пункту Суджа на украинской границе и качает газ, до сих пор еще качает газ через Украину в другие европейские страны. Тоже неизвестно, почему там все взорвалось, но это можно приписать и аварии в результате неряшливости при проведении каких-то работ. Тем более, что аварийность у «Газпрома» по подсчетам тех же украинских экспертов в 7 раз выше в пересчете на какой-то условный километр, чем на украинских газотранспортных сетях. Так что аварии на российской территории с российскими трубами – это не редкость. Ну, я понимаю, что вы не эксперт в области таких катастроф, как случилось, я специально употребляю нейтральное слово, как случилось вот на нитках северных потоков, но вот просто ваше внутреннее чувство, что вам это внутреннее чувство подсказывает, кто взорвал? А там даже не внутренние чувства. Я исхожу, я не знаю, как вот, каким изнутри взорвали, снаружи взорвали. Необходима была какая-то бригада водолазов, которая это делала, или Газпром запустил туда вот такое вот устройство по контролю за состоянием трубопровода, прицепив туда взрывчатку. Кто это делал, как это делал, неизвестно. Но кому это выгодно было, это выигравшая сторона была только Газпромом. Потому что у «Газпрома» было прямое указание. Первое – это сокращать поставки газа в Европу. Вот как и было. То есть за прошлый год это на 100 миллиардов кубометров газа вот за год сократили поставки газа. И второе было указание – постараться, чтобы нам ничего за это не было. А вот чтобы ничего за это не было, надо было представить это сокращение поставок как воздействие, как результат форс-мажора, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Вот взрыв какой-то или там авария какая-нибудь на каком-то еще газопроводе. Ну вот не удалось, судя по всему, это так представить, потому что иски пошли в арбитражные суды. А судьба этих исков когда выяснится? Это, наверное, Ну, многолетний процесс. вы знаете, иногда бывает, что года за два даже справляются, иногда даже быстрее, а так обычно года четыре. Обычный арбитражный процесс в таких случаях проходит. Вот, мне кажется, близки уже к завершению процедуры по Финляндии, вот, которая подала в арбитраж. А то, что две германские компании, одна из которых такую и сумму даже назвала 11 миллиардов 600 миллионов евро, причитается с «Газпрома» за нарушение, от компании «Юнипер», за нарушение контрактных обязательств. Ну, я думаю, что присудят «Газпрому» наказание, потому что поводов для прекращения поставок, ну, не было абсолютно никаких. Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, ну вот давайте представим такой позитивный сценарий, что в силу тех или иных обстоятельств, может быть, смены режима, может быть, естественного ухода Путина в мир иной, может быть, еще каких-то других обстоятельств, война закончится, политика России изменится и возникнет возможность, скажем, для «Газпрома» возобновить нормальное функционирование в Европе и в мире, прежде всего на вот основных его европейских рынках. А он сможет туда вернуться? Вот с точки зрения тех перемен, которые начали происходить в энергетической сфере. Я думаю, что все-таки, что частично сможет. И вот почему. Цель Европейского Союза, вот когда они рассуждали об обеспечении энергетической безопасности, заключалась не в том, чтобы полностью выкинуть «Газпром» с рынка,
а в том, чтобы поставки газа из России, ну, были точно такими, политически никоим образом не мотивированным, чтобы они могли быть конкурентоспособными со всеми с другими поставками. И чтобы в любой момент можно было заменить вот одного поставщика на других поставщиков. Вот если так произойдет, если «Газпром» будет вести себя как цивилизованный поставщик, конкурировать с другими поставщиками, то будет совершенно все нормально. Вот была такая ситуация в Европе, когда, в принципе, вот исторически, пока не случился газовый кризис прошлого года, рассуждали так. Ну, посмотрите, примерно 30% потребления нефти в Евросоюзе – это российская доля. Примерно 30% угля – это российская доля. И никто не жалуется. Почему? Потому что в любой момент можно, в принципе, с минимальными усилиями заменить это какими-то другими поставщиками. А с «Газпромом» было не так. Потому что в очень многие страны он влез так, что заменить его быстро на кого-то еще невозможно было. По разным причинам. Часто просто верили в то, что «Газпром» – это надежный поставщик. Частично, я думаю, тут была работа лоббистов российских и «Газпромовских», и не только «Газпромовских». Частично это были коррумпированные чиновники типа Шрёдера, которые фокусировались на «Газпроме» и отказывались развивать альтернативные возможности для получения газа для Германии. То есть по разным причинам. Но если вот вернется какая-то нормальная обстановка, где «Газпром» будет просто одним из поставщиков, да, крупным поставщиком, то в условиях, когда его можно в любой момент заменить на другого поставщика, он может вернуться на рынок и занять там вполне достойное место.